Людмила Вискалина имеет за своими плечами долгую и успешную карьеру в школе. Прошла путь от учителя до директора. Самым главным в своей профессии считает душу, ведь дети обожают именно тех педагогов, которые относятся к ним с теплом, любовью и доброй душой. И обнимают, и поздравляют, и спасибо говорят, и от родителей мы слышим благодарности. Поэтому я думаю, что не зря выбрали мы профессию такую. Самых выдающихся учителей отметили в Куйбышевском районе. Среди лучших как опытные, так и молодые специалисты. В отдельной номинации отметили преподавателей начальных классов. Ведь именно они дают первые знания и наравне с родителями учат первым шагам в самостоятельной жизни. Учитель – это, наверное, как вторые родители, потому что это самое, наверное, трудное. Самая важная профессия, наверное, из всех профессий, которые существуют, несмотря на то, что все профессии важны. Награждение лучших учителей в Куйбышевском районе уже традиция, нарушать которую не собираются еще очень долго. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.